Всем привет! Сегодня тема моего прямого эфира, ну вот такая немножко, может быть, кого-то она заденет, ребят, но очень хочется, в общем-то, порассуждать на эту тему, потому что это очень важно. У меня складывается впечатление, что очень многие люди живут по принципу, ну вот просто плывут по течению, да, и куда кривая вывезет, что называется. Вот. А на самом деле мир настолько, жизнь непредсказуемая, что вот вроде бы все хорошо, да, есть работа, на работу с работой, дети, муж, там, ну, какие-то бытовые такие дела, и человек, ну, погружается вот в эту рутину, да, и некогда вообще подумать. И вроде бы все так обычно, обыденно, да, день прошел, два месяца, год, и второй год, и так далее, и ничего не меняется у человека в жизни, и это, знаете, так притупляет бдительность, я бы так сказала. Вот, и в одной книжке я прочитала вот очень давно, даже не помню автора, да, я прочитала это сравнение, что вот такое впечатление, что вот человек плывет по течению, все хорошо, 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 но он не знает, да, что вот там прям там за поворотом вот обрыв, да, и ты просто голова, как мой муж говорит, жопа, ноги, да, и вот это вот все кверх тормашками летит, и все. И уже ничего не сделать. И ты не подготовился к этим сюрпризам, которые преподносит тебе жизнь. Вот, и вы знаете, и, наверное, я так тоже плыла по течению. Вообще, ну, взять, я не знаю, мы все, вот такое старшее поколение, да, мы родом из Советского Союза, и у нас было, значит, учись в школе хорошо, значит, поступай в институт, хорошо учись там, да, сдавай все экзамены, получай диплом и устройся на хорошую работу. И работай до пенсии, и будет тебе счастье. Вот, но вы понимаете, эта модель уже давно не работает, но такое впечатление, что люди-то, несмотря на то, что они не из Советского Союза, вот, они более молодые, но они живут вот по этой схеме. И я тоже так жила, и я была абсолютно счастлива, когда я поступила в МГУ, когда я, ну там, Москва, жизнь в общаге, в университете, на Ленинских горах, это было, ну, просто счастье, не знаю, очень счастливое время. И когда ты закончила, значит, когда я закончила университет, я приехала домой, я начала работать, и я тоже погрузилась в этот процесс, мне все было интересно, я в науке, я была человек науки, мне все нравилось, я так любила свою работу, вот, но постепенно, да, вот эти розовые очки стали спадать с глаз, и я понимала, что что-то, наверное, не так происходит в моей жизни, потому что денег-то нету. И я не от зарплаты до зарплаты, а дочь, и мы жили в коммуналке, и это постоянно нехватка денег, и постоянно нужно было вот доживать прям до зарплаты, от зарплаты до зарплаты. У меня даже были такие ситуации, когда не хватало денег до зарплаты, я ходила пешком, реально потому, что не было денег на проезд. 45 минут я шла от дома до работы, просто потому, что не было денег. Вот. И вы знаете, я очень благодарна своему мужу, что вот тогда он прям, вот знаете, он мне каждый день капал на мозги. Ну, слушай, надо что-то делать. Надо что-то делать в смысле финансов. Ну, давай что-то будем придумывать, надо что-то с деньгами делать. Я поначалу, ну, знаете, это, знаете, как бы ты в болоте в таком, но это как бы не болото, а это жизнь, вот эта река, вот это течет, все хорошо, вроде бы. Какие деньги, да что там, да как-нибудь. Но вот он вот прям мне долбил по голове, и я действительно стала понимать, что вот, наверное, это то, что сейчас происходит, вот как мы живем, это неправильно. Вот, и слава богу, да, когда открылось окно, вот есть такое понятие, открылось окно возможностей, да, и хоп, ты увидел эти возможности, что можно жить по-другому, что можно создать вот эту вот финансовую подушку безопасности, чтобы тебе не было больно так падать в дальнейшем. И понимаете, в чем дело? Я сейчас своим девчонкам в команде это постоянно говорю. Они молоденькие, у них вроде как бы
вся жизнь впереди, и у них такие иллюзии, да, по поводу того, что вот дальше-то будет лучше, а лучше не будет. Я в этом абсолютно уверена, и очень важно сейчас понимать вот эту точку А, да, где вы сейчас есть, и точку Б, куда вы хотите прийти. И очень важно увидеть для себя эти возможности и четко просто быть заточенным вот на этот путь, на этот путь, который нужно пройти. И у нас мы не будем жить 500 лет. Мы не будем жить 500 лет. Мы даже 200 лет не будем жить. И даже до 100 лет доживают единицы. Но у каждого из нас есть энное количество лет, ну, в зависимости от того, сколько вам сейчас, ну, где-то от 5 до 15. Где-то человек до 55 лет, он еще, ну, как говорится, что-то делает попытки, предпринимает попытки, чтобы ситуацию свою финансовую улучшить. Дальше уже, ну, по статистике, конечно, наверное, бывают исключения, да, но по статистике, вот именно этот возраст от 5 до 15 лет, когда мы можем изменить эту ситуацию. И вот я просто про себя скажу, потому что мне легко говорить на своем примере. Я уже на пенсии, получается, 7 лет. Вот. И вы знаете, когда я оформляла пенсию, я всегда рассказываю две истории. Да, во-первых, когда мой муж вышел на пенсию, он пригласил меня в ресторан. У нас шикарный был итальянский ресторан, настоящий итальянец, повар готовил еду, мы очень любили там кушать. Вот, и он пригласил меня отметить это событие. Вот, и представляете, мы пришли, ну что там в ресторане, мы на двоих, мы сели, мы заказали ужин, мы хорошо покушали, было прекрасное домашнее вино, ну какой-то десерт еще заказали. И когда принесли счет, он так смотрит и говорит, а пенсии не хватает. Ну вот, это был, значит, момент, когда у него была пенсия 3700 или 3600, вот что-то в таком духе. Вот, и мы поели на большую сумму, да, и он говорит, жена, доплачивай, пенсии не хватило. Вот представляете, это месяц нужно человеку жить, пенсионеру, и даже не хватает на ужин в ресторане. Значит, когда я оформляла свою пенсию, это тоже очень интересная история. Целый месяц собираешь бумажки, справки там с работы. Вот. И когда я принесла все туда, в пенсионный фонд, они мне сказали, девчонки, там, ух ты, у вас вообще там хорошая очень зарплата была, вы выходили, у вас будет хорошая пенсия. Я говорю, ну, спасибо, хоть на этом. И когда я пришла уже, собственно, за документами окончательными, да, я когда увидела эту цифру, меня такой смех разобрал. Я говорю, девочки, это что такое? Было 7600. Было 7600 написано. Я говорю, это что такое? Они говорят, ну вы понимаете, вот вы, у вас вот стаж, там есть 2001 год, и все, что до 2001 года, считается вот эта зарплата ваша. А с 2001 года уже у всех одинаково. Предприниматель, не предприниматель, у всех идет одинаковое. А вот до 2001 года считается ваша зарплата. У вас она была хорошая, но вам не хватило, у вас 17 лет, а надо бы 25. Я говорю, так, стоп, я не поняла, если, значит, человек после меня через год будет выходить, у него еще меньше будет, потому что у него будет не 17 лет стажа, а 16, а потом 15. Они говорят, да, да, вы все правильно поняли. Я говорю, я правильно понимаю? Они говорят, мы прекрасно понимаем, что мы все более молодые люди, да, мы остаемся без пенсии. Вот, и это, я говорю, а сколько вот моей дочери 30 лет на тот момент было? Я говорю, вот ей, она когда будет выходить на пенсию, у нее какая будет пенсия? Они говорят, 10% от средней зарплаты по региону. Вот. И я когда пришла домой и посмотрела, сколько у нас получается 10% от средней зарплаты по региону, ну, в общем, ребят, не будет ничего. Поэтому не надо надеяться. Вот почему-то люди, да, вот я разговариваю, вроде взрослые люди, 40 лет, да, там 35 лет, они смотрят, вот, видимо, на своих родителей, которые еще вышли в советское время на пенсию. Вот, и думают, что там пенсия в 20 тысяч, да, там, она их спасет. Нет, ребят, нет.
Вот моя пенсия, да, это вот начислена была 7600, за 3 года она увеличилась до 9600, и потом был какой-то, я не помню, год, когда все это остановлено. То есть сейчас пенсия не прибавляется. Вот 9600 и все, она уже много, несколько лет вот так. И как на эти деньги жить, я не знаю. И почему я так долго об этом говорю? Потому что это очень важно, чтобы не было иллюзии, да, что у вас будет, ну, как-то ж люди живут на пенсии, вы также будете жить. Нет. Нужно создавать обязательно себе вот эту финансовую подушку безопасности. Как? Значит, если у вас есть вопросы по этому поводу, и если у вас нет стратегии, вот именно такой финансовой стратегии на несколько лет ближайших, добро пожаловать ко мне на консультацию. У меня как раз освободилось одно место. Я могу завтра с вами пообщаться. Пишите в директ. Вот. Но тема очень важная. И вот когда писала пост, вспомнила еще тренинг. Проводил у нас очень такой бизнес-тренер, жесткий, да, и вот дело было перед Новым годом, и она заходит такая в зал, мы сидим, она говорит, ну, тренинг — это очень небольшие группы всегда, у нас было, может быть, человек 15, и она задает такой вопрос: а сколько елок вам осталось? Мы такие не поняли, какие елки, причем здесь елки? А сколько елок вам осталось нарядить? То есть это вот, да, мы елку наряжаем, потом мы ее разбираем, значит, либо выбрасываем, да, если это живая елка была, либо складываем в коробочку, а потом снова достаем через год, год прошел, да, сколько елок осталось нарядить? Очень жесткий вопрос, то есть сколько лет жизни тебе еще, сколько елок ты сможешь нарядить в своей жизни? Сколько тебе лет жизни осталось? И вот задумайтесь, и вы знаете, вот этот вот график, да, когда линию жизни я рисую, вот это мой самый любимый график, и это именно вот это, когда я этот вот график мне нарисовали, вы знаете, у меня в голове все сложилось. Вот пазлы сложились, и я все поняла. И вот это течение, вот так плывешь, и все хорошо, ты наслаждаешься моментом, ты наслаждаешься вот сегодняшним днем, это... С одной стороны, да, но с другой стороны должна быть финансовая стратегия, и вы должны четко понимать, что вы делаете для того, чтобы не было потом мучительно больно, когда, ну, а особенно люди, мне очень нравится, когда люди говорят, а мне деньги не нужны, вот мне нужны деньги, мне хватает, и вот так и хочется спросить, а тебе близкие люди вообще нужны? Потому что когда уходит из жизни человек, ну ладно, если эта болезнь неизлечимая. А если она излечимая? А если она излечимая, эта болезнь, и у тебя просто нету денег для того, чтобы вылечить любимого человека? Как, помните, Пороховщиков, вот этот артист, да? Ну, как у него серьезно было заболевание, да, и вот нужно было делать уколы. Каждый укол 15 тысяч. Ну вот какое-то время делали уколы, он жил. Потом деньги кончились, укол не сделали, он умер. Вот как ты будешь после этого жить, если это случится, вот не дай бог, с кем-то? Думать нужно об этом, ребят, каждую минуту, каждую секунду. Нужно жить осознанно, осознанно. И предпринимать определенные шаги для того, чтобы не было, не случилось вот этого вот голова, жопа, ноги. Простите мой французский. Вот. И поэтому финансовую подушку безопасности нужно создавать. И мне сейчас пофиг, что вот у меня пенсия 9600. Ну, я не знаю, что есть она, что нет. Потому что я за это время создала себе вот эту финансовую подушку безопасности. И моя пенсия, я сегодня считала, где-то в 40 с лишним раз превышает государственную. Вот как это сделать? Если у вас есть такой вопрос, добро пожаловать в директ, пишите, пообщаемся, все расскажу. Спасибо, что были со мной. Сегодня тема такая жесткая. С вами была Наталья Клокова. И до скорых встреч. Пока-пока.